На протяжении 10 лет трудится, да, я вот вижу постоянно пастора по местной церкви Владимировича, да, который каждый год находится на этой конференции, а вы уже тоже, и большое вам спасибо, потому что 10 лет это реально срок, да, вот когда что-то делается, год-два, люди потом просто уже уходят. Это первая самая игра Рут, и мы в тот год проиграли. Вася, тебе хорошо, потому что твоя первая игра в 2015 году вы выиграли. Так что ты не знаешь, что такое проиграть в этой игре. Это реально тяжело. Но уже на протяжении последних пару лет у меня есть возможность помогать в подготовке к игре и также быть ведущей. Так что, друзья, поверьте мне, я уже знаю, что такое переживание. И я узнаю, что у вас были трудные моменты и, наверное, даже моменты, когда вы уже больше не хотели учить. И это нормально. В это время я тоже на протяжении читала книгу «Исход». Мне понравилось читать про 10 казней и вспоминать, насколько наш Бог всемогущий. Друзья, это не были просто какие-то сказки, какие-то лягушки, это еще что-то. Это настоящий всемогущий Бог, который и сегодня настолько же всемогущий. Мое желание для вас – это чтобы вы никогда не забывали о том, что Господь всегда произведет все по воле своей и для вашей совершенной радости. Ну а также желаю вам веселой субботы, которая обязательно вам запомнится на всю жизнь. Как уже сказали, меня зовут Вася. Я тоже очень рад быть сегодня вместе с вами, так как еще несколько дней назад у меня даже не было дома. Я был на служении с Bible Track'ом. И хоть я не имел возможности поучаствовать в подготовке к этой викторине, мне выпала возможность поучаствовать в самой викторине и быть ее ведущим, как и в прошлом году. Как Аня уже сказала, я тоже один раз имел возможность поучаствовать в этой викторине и быть одним из членов команды. Так что, поверьте мне, я тоже знаю это чувство, когда ты выходишь на сцену и тебе нужно отвечать вопросы. И хоть Аня сказала, что я не знаю такое чувство, как проигрывать, поверьте мне, я знаю это тоже, так как в прошлом году я готовил команду на эту игру, и наша команда тоже проиграла. Четвертое место, Вася. Ну, это же не первое. Спасибо вам всем, что вы согласились поучаствовать в этом году на этой викторине. Вас Бог за это обязательно благословит. И сегодня мы очень много будем говорить о нашем всемогущем Боге. И я хотел бы вам сказать, что Он действительно всемогущий. Я очень сильно об этом убедился, когда я был на Bible Track. И хотелось бы вам оставить пожелание, чтобы вы всегда стремились служить Богу и также изучать Его Слово. И неважно, окажетесь вы сегодня победителем или нет, Господь вас обязательно благословит и воздаст вам за ваш труд. Настало время познакомить вас с нашими жюри. Пожалуйста, Виктор Шемерека, это председатель жюри Tulsa, Oklahoma. Также Сергей Кабивник, Вифания, Миннесота. И Виктор Воронин, Evansville, Indiana. Спасибо. А также у нас есть судьи для зала. Александр Коханец. Анна Григораш. И Джессика Новоселова. Ну а теперь давайте познакомимся со всеми вами, со всеми нашими командами. Сейчас мы будем называть штат и имя команды, а вы подниметесь, чтобы мы увидели, кто вы и сколько вас приехало. А пожалуйста, встаньте на ноги, земля Гесем, Индиана Гоушен. Можете тихонько встать. Спасибо, занимайте места. Survivors, Небраска Линкольн. Привет, друзья. God's Mercy, Lincoln, Nebraska. Overcomer, Minnesota, Shakopee. Команда Followers, Shakopee, Minnesota. Сила Веры, Minnesota, Defiant. Команда Несгораемый, Defiant, Minnesota. The Fellowship of the Word, St. Louis, Missouri. Команда Tsunami, Tulsa, Oklahoma.
фисташки, палса злого. Терновый куст, церковь Северная Миннесота. People of Goshen, или народ Гесема, Денвер, Колорадо. Команда Burning for God, горящий для Бога, Денвер, Колорадо. Inseparables in Christ, Indiana, Evansville. Команда Избранный, Вифания, Миннесота. Path Takers, Седалия, Миссури. Спасибо всем, мы никого не пропустили? Нет, хорошо. Очень приятно вас всех здесь видеть. Я уверен, что к концу игры мы познакомимся еще больше и получше. Да благословит вас Господь, и да придет вам на память сегодня все, что вы учили. Итак, наша 10-я библейская викторина во времена Исхода 2019 года начинается. Итак, мы приглашаем занять места на сцене команда Followers Minnesota. Сила Сильно не шуметь. Команда Followers, welcome. Сила веры, welcome. Да благословит вас Господь. Давайте мы чуть-чуть с вами поближе познакомимся. Капитана, как зовут это команда Followers? Кто у вас капитан? Наташа, очень приятно, Наташа. Наташа, скажи нам, когда вы готовились к этой игре, один момент или, может, какая-то часть в книге исходит, что вам тяжело было? Что-то тяжело запомнить или что-то не понимали? Maybe the hardest. Сила веры, вы тоже сейчас ответите на этот же вопрос. То, что, повторяется много в главах, то же самое. Kind of the same topic. И нужно, наверное, разделять. Окей, это в этой главе, это в этой главе. И все чуть-чуть мутается. Сочувствую. Команда «Сила веры». А у вас кто капитан? Назовите. Веня. Веня? Очень приятно, Веня. А ты можешь нам сказать, tell us about a difficult time, тоже какое-то сложное время, когда вы готовились к этой игре? Запоминать имена в шестой главе, другие как... В общем, запоминать имена. Согласен. У них имена не очень похожи на наши имена. Уже все правильно. Хорошо, друзья, мы начинаем отборочный тур номер один. Так, наш первый вопрос. На какой горе ангел Господень явился Моисею? Время. Команда Followers. Отвечает Лена. Однажды провел стадо далеко по пустыне, пришел к горе Божьей Хариву. Ответ правильный. Второй вопрос. Кому фараон отдает приказ, чтобы евреям не давали солому? Время. Сила веры. Отвечает. Писанникам народа и надзирателей его. Ответ правильный. Наш третий вопрос. Откуда Господь выведет свой народ? Время. Followers. Отвечает Ира. Из Египта. Скажите еще один раз.
из Египта, из рук египтян? Неточный ответ. Так, сила веры, у вас есть возможность ответить, откуда Господь ведет свой народ. Друзья, мы хотим по Библии ответ. Откуда Господь выведет свой народ? Сила веры? Отвечает Макс. И избавлю вас из рабства их, и спасу вас из египтян, и избавлю вас. Ответ неправильный. Вы не расслышали, ты сказала, можешь повторить, пожалуйста? И избавлю вас из египтян, и спасу вас. Все правильно. Простите, иго египтян. Четвертый вопрос. Каким должен быть Агнец? Время. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его, ответьте от вас. Можешь еще раз повторить? Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его, ответьте от вас. А как зовут тебя? Мэри. Пятый вопрос. Когда нужно было есть пресный хлеб? Followers. Отвечает Ира. Тем не ешь пресный хлеб, и седьмой день праздник Господа. Неправильный ответ. Когда нужно было есть пресный хлеб? Сила веры, у вас есть возможность ответить. Если же пресный хлеб с 14 дня первого месяца вечером до 21 дня того же месяца. Ответ правильный. Так, наш последний вопрос. Сколько лет израильтяне обитали в Египте? Время. Сила веры. Отвечай, Никита. 430 лет. Правильный ответ. Первый тур окончен. И сейчас нам судьи скажут результат. Побеждает команда «Сила веры». Through the upstairs, more zoomed out. Just, oh wait, you can zoom it out. No, no. Okay. Yeah, but don't try to be on that. Yeah, yeah, I wasn't. No, you weren't. Can you guys move it a little bit to the side and then center and just get everything? Yeah. Миша Стрижной. Миша, почему вы выбрали имя фисташки? Кнопку нажал. В Бытие 43 главы 11 стих.
Яков приносил Иосифу дары, и он приносил фисташки. Один из этих даров. Вы слышали? Так что это не так рандом фисташки. Это все, все правильно. Ну, мне интересно потом у цунами спросить, какой стих они выбрали. Хорошо. А теперь новый куст, как вашего капитана зовут? Эвелина Есипчук. Привет, Эвелина. Это ваш первый год на нашей игре? Да. Очень приятно вас здесь видеть. Спасибо. Господь да благословит каждого из вас. Спасибо. Хорошо. Мы начинаем отборочный тур. Второй. Пожалуйста, замечание. Когда вы будете отвечать, можно, пожалуйста, микрофон держать очень близко и стараться отвечать медленно, чтобы все было понятно. Спасибо. Итак, первый вопрос. Где Аарон встретился с Моисеем? Время. Фисташки? Фисташки, у вас микрофон работает? Сейчас вам принесут еще один микрофон. Одну секундочку. Отвечает Даник. У Божьей горы. Неполный ответ. Где Аарон встретился с Моисеем? А терновый горящий куст. У вас есть шанс сейчас ответить. Эмили отвечает. Хорошо. That's black. Just clicking on this one. Why is it blacking out? Ответ правильный. Why is this one blacking out? Второй вопрос. Once it goes to live, it doesn't have one. Хочу сказать, ты имеешь право держать руку на столе, если хочешь. От чего Господь избавит сынов Израилевых? Время. От чего Господь избавит сынов Израилевых? Каролина отвечает. От руки фараоновой. Ответ неправильный. От чего Господь избавит сынов Израилевых? Отвечает Марк. От иго египтян. Неправильно. От чего Господь избавит сынов Израилевых? Отвечает Эмили. От тяжкой работы над длинными кирпичами. Неправильно. От чего Господь избавит сынов Израилевых? Хорошо, друзья, так как это не одна команда не знала ответ, мы передаем этот вопрос в зал. Мы сейчас прочитаем, скажем время, точно как здесь, и тогда вы руку поднимете. От чего Господь избавит сынов Израилевых? Время. А мальчик в зеленой футболке, People of Goshen? Да. Ну, или твой друг. Как тебя зовут? Игорь. Ты можешь мне сказать, от чего Господь избавит сынов Израилевых? Избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцы, простертые сюда линии. Правильно, спасибо, Матвей. Давайте вместо этого мы будем просто говорить «Слава Богу». Молодец, Матвей. Мы продолжаем нашу игру с вами, друзья. Мы читаем третий вопрос. Хорошо, внимание. Что означает имя Лувим на русском языке? Время. Что означает имя Лувим на русском языке? Фисташки.
Отвечает Марк. Первенец мой. Еще один раз, пожалуйста. Первенец мой. Ответ неправильный. Что означает имя Гуим на русском языке? Что означает имя Руфин на русском языке? Если вы не знаете ответ, вы можете нажать кнопку и сказать, что вы не знаете, и передать шанс другой команде. Я не знаю. И Сашке у вас есть еще один шанс? Сашке тоже не знает? Мы тоже не знаем. Спасибо, Миша. У нас есть еще 5 секунд. Может, вы вспомните, что означает имя Руфин? Хорошо. Еще один вопрос в зал. Вы готовы? Что означает имя Рувим на русском языке? Время. Третий ряд, девочка. Команда Фауэрс. What's your name? Лена. Лена? Лена Спорби. Ответ правильный. Мы продолжаем нашу игру. Внимание, четвертый вопрос. Кто был весьма велик в глазах народа и в глазах рабов фараона? Время. Фисташки. Отвечает Макс. Моисей. Ответ правильный. Следующий вопрос. Что евреи должны были есть 7 дней? Время. Фальстарт. Друзья, так как вы... Эмми отвечает. Нет, друзья, так как вы нажали перед тем, как мы сказали время, переходит вопрос к фисташкам. Отвечает Тима. Пресный хлеб. Правильный ответ. Ждите золотое слово время, окей? Последний вопрос. К чему и почему египтяне понуждали народ израильский? Время. Отвечает Даник. Изнурять их тяжкими работами. Неправильный ответ. Чему и почему египтяне понуждали народ израильский? К чему и почему египтяне понуждали народ израильский? Горячий курс, у вас есть возможность ответить. Отвечает Эмили. Чтобы они не стали сильнее нас и не пошли с нами неприятелями и победили нас и ушли от нас. Ответ неправильный. Отвечает Майя. Ну, друзья, время хорошо. Тяжкими работами, чтобы они не умножались. Ответ неправильный. Хорошо. Опять задаем вопрос в зал. К чему и почему египтяне понуждали народ израильский? Время. А Назар, Николь, Небраска, я видел руку. And the Egyptians urged the people that they might send them out of the land in haste, for they said, "You shall be all dead." Correct. Прочитайте по-русски. Это было по-английски.
Да, прочитайте вы по-русски ответ, прочитайте. Желательно по-русски. Вы прочитайте. Она, если правильно ответила, вы прочитаете, озвучите по-русски его. Хорошо, ответ по-русски. Понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорим они, мы все помрем. Хорошо, друзья, этот тур окончен. Итак, в этом туре побеждает команда «Фисташки». Слава Богу! Занимаем места. Назови свое имя, откуда ты? Денис. А что было самое сложное, когда вы всей командой изучали эту книгу? Именно в 6 главе. Может, в книге что-то было сложно запомнить, или the whole process, когда вы готовитесь к книге, what was hard? Для вашей команды, не только для тебя, а с вашей командой, может, что-то не получалось у вас? А, это ты же... Хорошо. Видите, как важно говорить громко? Мы ничего не слышим. Хорошо. Молодец. А, команда из Миннесоты, из Гараймы. Я так понял, что в Миннесоте очень много подростков. Так что, капитан, как тебя зовут? Рубин. Ты можешь нам рассказать, как из всех подростков вы выбираете вот несколько человек, чтобы приехать сюда и участвовать в игре? Так, тест. И все подростки тест делают, и кто лучше всех сдаст. Кто лучше всех сдаст тест. Хорошо, молодцы. Значит, вы are the best, потому что вы хорошо сдавали, да, на A-плюсах. Молодцы. Да благословит вас Господь. Мы начинаем отборочный тур третий. Первый вопрос. Кто еще вышел из Египта с израильским народом? Время. Отвечаю я. Многие чужеземные народы, которые вышли с ними, не Израиль. Неправильный ответ. Неполный был ответ. Кто еще вышел из Египта с израильским народом? Не сгорай, Бет, it's your chance. Кто еще вышел из Египта с израильским народом? Отвечай, Айя. Отвечает кто? Ая. Скот. Неполный ответ. Кто еще вышел из Египта с израильским народом? Отвечает Иосиф. Скот, скада, да, скота весьма близко. Ответ неполный.
кто еще вышел из Египта с израильским народом. Отвечает Ая. Иноплеменные люди. Ответ, я не слышала, друзья, сори. Иноплеменники. Ответ неправильный. Хорошо, и так как обои команды что-то сказали, я прочитаю полный правильный ответ. И множество разноплеменных людей вышли с ними и мели мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Так что я слышала слово «скот», еще что слышал, но мы говорим, что не полный или не точно, окей? Хорошо, играем дальше. Второй вопрос. Что означает имя Иуда на русском языке? Время. Что означает имя Иуда на русском языке? Что означает имя Иуда на русском языке? Окей, вопрос к залу. Что означает имя Иуда на русском языке? Время. Я видела, как мальчик это Астин. Очень быстро. Говори. Worshipper. Ответ правильный. Так, следующий вопрос. Почему волхвы не могли устоять пред Моисеем? Время. Друзья, мне кажется, вы слишком быстро нажали. Так что передается это to Missouri. И волхвы не могли устоять пред Моисеем, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Ответ правильный. Четвертый вопрос. Ждем золотое слово «время». Какой ветер принес саранчу? Время. Не сгорай. Отвечаю я. И Господь навел восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. И стал утром. Ответ правильный. Пятый вопрос. За что сыны Израиля будут истреблены из среди Израиля? Время. Отвечаю я. Если кто будет есть квасное или иметь квасного в пределах своих? Неточный ответ. Неполный ответ. За что сыны Израиля будут истреблены из среди Израиля. За что сыны Израиля будут истреблены из среды Израиля? Не сгораемый, если вы не знаете, вы можете дать еще один шанс. Окей. Отвечай, Кайл. Вопрос. За что сыны Израиля будут истреблены из среди Израиля? Ещё ничего простого и 7 дней и место во всяком место пребывания вашем ещё
Пресный хлеб ничего косного или не ешьте. Ответ правильный. Хорошо, последний вопрос. Что дошло до Господа? Время. Вопль снов Израиля. Секунду, подожди, Сколько раз? Четвертый раз отвечаешь, Денис. Прости, Денис, четвертый раз. Не торопитесь. Переход хода другой команде. Они уже сказали ответ. А вы запомнили ответ? Ну вот. Не, если человек поднимает и говорит, я отвечаю, четвертый раз уже все, переход хода. И ошибка была то, что он начал отвечать. Жюри, они имеют право ответить на этот же вопрос? Да, да. Они все равно не услышат. Что дошло до Господа? Отвечай, Диана. Вопль сынов Израилевых о том, что египтяне держали их в рабстве. Ответ правильный. Хорошо. Жюри. Пока они считают, девочки из Шакопи, Миннесоты, ваше участие, и вы можете их приготавливаться. Несгораемые выиграли. Хорошо, слава Богу. Слава Богу, несгораемые, молодцы. Вы не сгорели. Занимайте места. Друзья, тоже никто никуда не расходится. После участия у нас хорошо, будет хорошо, игра завтра. Его сила, Его слова, Бога сущего начала.
рада быть здесь вместе с вами. В этом году, так как юбилейная игра, у нас немножко игра зала будет проходить по-другому. Каждый раз у нас будут разные туры, поэтому не переживайте. Сейчас первый тур залом будет только для тех, кто не в командах. Мы хотим уделить вам время, вам внимание. Поэтому поднимите руку те, кто не в командах. Мы хотим посмотреть, сколько вас. Много, много. Мы вас любим, и этот первый тур для вас. Такое задание. Будет включаться 7 вопросов и 3 варианта ответа. A, B, C. У вас у всех есть карандаши при регистрации, вы брали. Поэтому вы берете листочки, которые вам раздали, и просто, как всегда, вводите A, B или C. Потом мы проверяем, и на честность, да, победитель выходит вперед. У меня просьба. Те, кто в команде и знают ответ, пожалуйста, закройте свой ротик на этот тур. Никому не говорите ответы. Договорились? Обещаете? Спрашивают, замочки надо выдать? Пожалуйста, скажите, мы обещаем, громко. Спасибо. Большое вам спасибо. Итак, первый вопрос. Включаем. Готовы? Кто назвал младенца Моисея? A. Дочь фараона. B. Родители. C. Фараон. Второй вопрос. Почему Моисей нарек своему первому сыну имя Герсам? A. Потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Б. Потому что говорил он: «Я был вынут из воды». С. Потому что говорил он: «Бог утешил меня в чужой земле». Третий вопрос. Когда Господь увидел, что Моисей идет смотреть горящий куст, сколько раз Господь возвал к нему по имени? A. 1, B. 2, C. 3. Четвертый вопрос. Кто был пророком у Моисея? A. Иофор, тесть Моисея. Б. Священник Мадиамский. С. Аарон, брат его. Не подсказывайте. Зелененькие, красненькие, молчите. Я знаю, вы знаете. Пятый вопрос. Что в земле египетской собирали в груды, в кучи, что даже восмердела земля? A. Вымерший скот. B. Вымерших жаб. С. Вымерших песьих мух. Шестой вопрос. На каком Божьем чуде волхвы фараона сказали ему: «Это перст Божий»? A. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Б. Налетели песьи мухи на домы египтян. С. Когда сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте, и даже на волхвах. И последний вопрос, седьмой. Дополните стих. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он, A. устроял домы их, B. устроял жизнь их, C. устроял семьи их. Теперь проверяем ответы. Я просто верю, что вы все христиане, люди честные, никто не обманывает, поэтому вы сами себя сейчас будете проверять. Готовы? Вопрос первый. Можно высветить, да? Вопрос первый. Эй, дочь фараона назвала. Второй. Эй. Третий. Би. Четвертый. Си.
Эй, седьмой Эй. Теперь честно. Кто все правильно ответил, выходите сюда. Только на листочках обязательно подпишите свое имя, фамилию. Подпишите тот, у кого все правильно, идеально. Подпишите имя, фамилию. Листочки вот Лены и тетя Наташи. Да, давай. Вот сюда вставайте, да, вперед. Взрослые, если играли, тоже, да. Вы же не в команде. Это игра юбилейная. Взрослые тоже играют. Спасибо вам большое за то, что вы так старались. Вы читали, учили или просто один раз прочитали и вот так вот наугад быстро угадали? Сколько раз ты читал? Не знаешь, но ты читала, да? Слава Богу за вас. Неправильные? Почему? Вот здесь четыре наших проверили сестры, а вы ответили неправильно, да? Хорошо. У нас для вас есть призы. У нас вот сестра отвечает за призы, братья подходят в ту сторону, получается, в левую, а сестры в правую. Да, просто подходите сюда. У вас для вас маленький сувенир. Спасибо вам большое. Так, друзья, мы начинаем наш отборочный тур номер 4. И на сцене прошу занять места команда Inseparable Indiana and Survivors of Nebraska. Well, God never like was separate from Moses. Правда. So, like, they were never inseparable. They were always together. Правда. Молодцы, мне теперь очень еще больше ваше имя нравится. Спасибо. Я очень рада вас видеть. Команда из Небраски, капитан, пожалуйста, представься. Можешь сидеть.
по-английски. Меня зовут Филипп Кистюк. Мы называли наша команда Survivors, потому что they survived 430 years в рабстве. Сколько раз ты уже капитан? Думаю, 4-й раз. Уже так много, что он уже думает. 4, 3, 5. Хорошо, друзья, да благословит вас Господь. Итак, отборочный тур номер 4. Почему Моисей назвал своего сына Герсан? Время. Отвечай себе. Вы нажали раньше, чем сказали время. Хорошо. Итак, переход. Иногда мы не замечаем, но жюри видят лучше, чем мы. Так что переход будет вам inseparables. Вопрос был, почему Моисей назвал своего сына Герсан? Отвечает Лена. Он сказал, ибо я стал пришельцем в чужой земле. Ответ правильный. Ждем ключевое слово «время». Как звали дедушку Амрама и сколько лет он прожил? Время. Отвечает Лена. Леви 137. Ответ правильный. Небраска, пожалуйста, вы по краю ходите. У вас чуть-чуть и фальстарт будет, поэтому как-то смотрите. Не обижайтесь, если мы вам еще один фальстарт сделаем. Хорошо? Правильно, так, ты как? Хорошо. Что означает имя Фуа на русском языке? Время. Отвечаю я. Pleasantness, beauty. Можешь повторить? Pleasantness, beauty. Правильный ответ. You can have your hands right by the button. Мы ждем время. Четвертый вопрос. От чего погибала земля египетская? Время. Отвечает София. Друзья, у нас есть судьи, которые говорят. Отвечайте. Ответ правильный. София. Пятый вопрос. Чего не будет между евреями, когда пройдет ангел? Время. Отвечает Виталий. Язвы губительные. Правильный ответ. Друзья, мы читаем последний вопрос. Что увидел Моисей, когда вышел к братьям своим? Время. Inseparables. Отвечает Андрей. Что один еврей бьет другого. Повтори ответ, пожалуйста. Повтори свой ответ. Что два еврея ссорятся. Ответ неправильный. Что увидел Моисей, когда вышел к братьям своим? Отвечает София. Увидел тяжкие работы их на глиной, кирпичами и над всякой работой полевой. Неполный ответ. Что увидел Моисей, когда вышел к братьям своим? Inseparables, it's your turn. Что увидел Моисей, когда вышел к братьям своим?
если вы не знаете, если вы хотите, можете, но вы можете доверять любой команде, если вы не знаете и не хотите попробовать. Хорошо? Судьи? Итак, полный ответ был. Увидел тяжкие работы их и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. В этом туре побеждает команда Survivors Nebraska. Слава Богу! Хорошо, так что нужно не ругаться и кушать вкусняшки. Хорошо, у нас скоро обед будет. Земля Гесем, капитан, можешь, пожалуйста, представиться? Меня зовут Дима, наша команда, я капитан команды под названием Земля Гесем. Мы назвали нашу команду, потому что мы живем в Гошине. Окей, еще один такой вопрос. Как вы думаете своей командой, какая была самая худшая казнь из 10? Я думаю, что смерть первенца, больше нет более страшного видеть, как умирают люди. Очень хороший ответ, спасибо. Итак, мы начинаем наш отборочный тур номер 5. Первый вопрос. Кого презрел Бог? Время. Отвечает Аня. И услышал Бог снов Израилевых, и вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и увидел их Бог снов Израилевых, и презрел их Бог снов Израилевых. Ответ прав. Второй вопрос. Что даст Господь? Простите. Что Господь даст народу своему в глазах египтян? Время. Избранный. Милость. Ответ правильный. Что означает имя Левий на русском языке? Время. Отвечает Юля. Привязанность. Правильный ответ.
Четвертый вопрос. Для чего Господь сохранил фараона? Время. Для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы имя было возвышено мое по всей земле. Ответ правильный. Пятый вопрос. Какие города израильтяне построили для фараона? Время. Отвечает Тима. Пифоми и Рамсес, города для запасов. Правильный ответ. По какой причине египтяне опасались израильтян? Время. А народ умножался весьма усиливаться, так что опасались египтян, израильтян. Неполный ответ. Отвечает Тима. Тем более изумляли его, тем более он умножался, тем более он возрастал. Так что опасались на Израиле. Правильный ответ. Судьи, ваше слово. В этом туре побеждает команда «Избранные из Миннесоты». Слава Богу! Слава Богу! Друзья, у нас будет еще один отборочный тур, шестой. После этого у нас будет опять игра с залом. На сцене прошу занять места командам Burning for God, Colorado, and People of Goshen, Colorado. Меня зовут Катя. Катя, а вы вместе подготавливались к игре? Да. Хорошо. Так что вы, я думаю, если одна победит, другая не победит, вы pretty much on the same team, да? Хорошо. Да благословит вас Господь. Мы начинаем отборочный тур number 6. Какие недостатки Моисей признает в себе? Время. Отвечает Игорь. Человек нечистый был таков вчера и третьего дня. И с того времени, когда ты говоришь с рабом твоим, я нечистый, тяжело говорю. Я косноязычен, тяжело говорю. Правильный ответ. Второй вопрос. Кого и как Господь выведет из земли египетской? Время. Отвечает Олег. Извините, у меня нет. Хорошо, передается вход другой команде. Я прочитаю еще один раз вопрос. Кого и как Господь выведет из земли египетской? У нас есть ответ, отвечает Таня. Он выведет сынов Израилевых с судами великими. Неполный ответ. Кого и как Господь выведет из земли египетской? Burning for God, вы можете... Кого и как Господь выведет из земли египетской? Отвечает Кейли.
и простую руку мою на снов Израилевых, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской с утами великими. Третий вопрос. Что евреи должны были уничтожить в домах своих? Время. Отвечает Маша. Все квашеное. Правильный ответ. Что означает имя Израиль на русском языке? Время. Отвечает Ксюша. Израиль есть сын мой, первенец мой. Неправильно. Отвечаю я, fighting God, wrestling with God. Правильно. Пятый вопрос. С каким именем Бог не открывался Аврааму, Исааку и Якову? Время. Отвечаю я, он не открывался с ним именем Господь. Ответ правильный. Так, последний вопрос. Если семья так мала, что не могли съесть всего Агнца, то с кем они должны были его разделить? Время. Отвечает Ангелина. А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть он соседом своим ближайшим к дому своему по часу, и уж по той мере, сколько каждый съест, расчиститесь на Агнца. Правильно. Судьи, ваше слово. Победила команда из Колорадо. People of Goshen победила. Слава Богу! Я думаю, вы можете друг друга поздравить. Молодцы! Сейчас будет игра «Слава». Всех тех, кто так сильно любит Слово Божие, что привез его с собой. Поднимите такие руки. У кого есть Библия с собой на руках? Если кто-то хочет у кого-то занять, вот у судьи тут есть Библия на этот тур, можете попросить. Это игра для всех желающих, но телефоны нельзя. Почему? Потому что есть Google в телефоне, на который вы можете выйти и написать этот стих, и он вам быстро даст ответ. Понимаете, почему нельзя? Только из этих соображений. Поэтому в этой игре только такие книжные Библии. Игра будет такая. Я буду читать стихи из Библии. Вы должны будете найти место Писания, где написан этот стих. Очень легкие стихи. Вы должны запомнить. И кто первый нашел, поднимает руку. У нас будет стоять здесь одна сестра, вторая сестра. Они будут смотреть, кто первый поднял руку. Если они увидели, да, что вот вы выходите вперед, читаете, говорите, где место Писания. Если правильно, получаете приз. Если неправильно, тогда мы ждем следующую руку. Понятно, да? После слова «время», да, буду как вы. Хорошо, игра вторая. Включите, пожалуйста. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Где это записано? Время. Сори. Выходите. Можете? Исход 9.16. Правильно. Давайте проверим. Исход 9.16. Молодец. Приз, вон там приз берем. Следующий стих. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Время. А вы руку подняли, еще время не сказала. У них не работает.
Они здесь приедут. Очень, да, они пишут, говорят, говорит это private access. Исход 14.14. Правильно, давайте проверим. Исход 14.14. Следующий стих. А, не правильно? Ну, я поставлю. Называйте, пожалуйста, штат, да, с какого штата вы и как вас зовут. Это нужно для тех, кто сидит здесь впереди, чтобы они читали. Третий стих. «И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своего, потому что боялся воззреть на Бога. Время». Вы слышите? Сказал я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3.6. Проверяем, да? Следующий. И в первый день, да будет у вас священное собрание, в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно то можно делать вам. Время. Давайте проверим. 16. Ты сказал 12.6? Это было неправильно, 12.6.